Всем привет! Продолжаем обзор построек Frogjina. А перед началом видео прошу вас поставить лайк и подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Самолетик. О, то, что надо против танка. Танк будет мишенью. Как ее залезть? Я нашел. У него открывается крышка. Обалдеть. Где кнопка? Кнопка. А вот, обалдеть, они еще по очереди закрываются. Круто. Как ты сделал, чтобы они по очереди работали? Сервопривод, скорость. Стой. Не лети. А, стоп. Смотри. Очень классно. Это двигатели? Так, ZX. Чтобы забрать шасси, нажми на N, вроде бы. Не, на B. Можно забрать шасси, еще сделать шасси. И очень прикольно. И сколько ты такую постройку строил? Я построил 2 дня. Ну, очень красиво прям. Значит, чтобы сбросить бомбы, видишь справа цифры на клавиатуре? Да. Кейпады. Сейчас вот так загрузит. Ты тоже PvP-режим включи, чтобы летать мог. Ну, чтобы бомбы работали. А пушки на какую клавишу? Включи. Видишь, справа есть цифры на клавиатуре? Да, я знаю. И там на 2 сбросить, а на 5 кинуть. А я что, все ракеты уже выбросил? Эх, мимо. На F стрелять пушками. А еще что тут есть? Из построек? Нет. А, тут 3 двигателя. Больше ничего. Можешь сразу загрузить, а то у меня, ой, бомбы кончились. Все. Десант. Так, спускай-ка постройку. Ну, самолет мне вообще понравился. Он даже круче, чем у Обамы. Смотри, и по декору, и по механизму вообще. На тройку сбросить, ну, самую нижнюю белую, а на 2 сбросить ТНТ. О, шлюз закрой. Ауч. Летим. Это так хотел нас уничтожить. Как ты попал. Надо, чтобы он... О, взрывай, нища. А как? Взрывай. Умутсо взорвался. Называется, на мины наехал. Ой, сейчас я изоляцию вырублю. Задвинем шасси. А как ракеты все выключить? Минус самолет. О, давай-ка дом пробомбардируем. Зайдем в другую команду. Ко мне в команду заходи и загружай самолет. А ты умеешь хорошо управлять, чтобы бомбы сбрасывать? Да. О, давай ты будешь тогда. А что ты так разговариваешь без настроения? А что такое, как какое-то без настроения? Не знаю. Ну, очень красиво. Если ты это за 2 дня строил... Еще механизм был хороший. Я вышел гулять, и на меня какая-то бабка наорала. Зачем? Где сумит? Где дом? Стой, бомбы пока не сбрасывай. Дом, где дом? Прямо на крышу. Ой, вот домик. Давай, сначала большую бомбу. Прямо в дом. Нормально. Давай сейчас те бомбы и прям вот на тот маленький магазинчик. Давай, огонь. Соп, мне кажется. Ладно. Давай, самолет нужно перезагрузить. Прилетели на базу. Так, перезагружай. Нужны новые ракеты. Фух. Вот так вот будет получше. Ну да. Это Т-95? Да. Американский танк. С непробитием. Ну, я это строил давно еще. Ну, я вижу, потому что декор, ну, как сказать. Ну, не твой, видно. Старый. Потому что я бы сделал очень хорошие круги. Очень. Ауч. Меня воруют! Печенька меня спасла! Давай будем камчиком. Камчик работает 3 дня. Это... Не, давай ты 95 сначала посмотрим. Мне кажется, или ты лучше, чем Обама строишь, лучше, чем Кримсон строишь. Включи день. Я уже включил, у меня всегда день. Последний лучше. Ну, я построил давно, салон, допустим. Не, это реально ты строил все.
Там бы, да. Я вот тут сяду. Ага, тут нельзя сесть. Понятно, спасибо. Там нема стульчики. Большое спасибо, что очень позаботишься о моем состоянии. Тут даже стульчика нету. То я сейчас себе тоже пушки поставлю, чтобы дом. Там, там. Сейчас. Подожди-ка. Иду. А? Ой. Фиксация. Сейчас, подожди, я убрал. Подожди, стой, я сейчас зал поставлю. Сейчас я ножку уберу. Не лагало. Стой, я прозрачность включу. Танк приехал, чтобы захватить этот дом. Чё мы стоим? Надо ворота выбить. Больше снаряда. Мы идем, чтобы захватить этот дом. Вылабывай ворота. Мы террористы. Да какие террористы? Мы хорошие. У нас дом забрали, мы хотим его вернуть. Давай бассейн этот, взорви его. Мне кажется, или пулемет сильнее, чем твоя основная пушка. Здесь 5 или 10 пушек. Таран. Короче, давай налево. Лево руля. Лево руля. Слева проедем. Ой. Я же могу... Ой-ой-ой. Я могу твои блоки ломать. Мои пушки, короче, могут тебя взорвать тоже. Давай, проезжаем в дом. Нам нужно вломиться туда. О, хорошо, хороший маневр. Давай, вламываемся в дом. Там солдатик на нас смотрит. Стой, остановись. Остановись. Солдатик на нас смотрит. Уже отвернулся. Ладно, поехали. Пробиваемся. Мы елку сломали. Мы вообще куда едем? Какова наша цель? Нет, елка. Нет, ёлка. А вообще, зачем мы сюда приехали? Не знаю. Задку сдали. Возвращаемся на базу. Половину дома снесли, ну ладно. Мы закончили дело самолета. Так, дай-ка я еще один барабан дам. К магазину подъедь, видишь, справа? Стой. Ой. Минус банк. Давай на базу. Давай дальше. Давай дальше. Я нечаянно... Танк. В следующих видео мы продолжим обзор построек Frogjin. На этом наше видео заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.